находимся в одной из самых аномальных точек этой зоны. Кодовое название у исследователей «Три березы». Здесь почти постоянно находятся маленькие объекты, которые выполняют то ли роль зондов разведчиков, то ли каких-то подвижных навигационных систем или реперов. Вот видите, рамки разошлись, аномалия есть. Значит, она самая создана вот за счет возмущающего воздействия в полях вот этих объектов. История исследований этого района относится также к первой экспедиции 86 года, летом, которая проводилась совместно Горьковской секцией комиссии по АЯ и Пермской группы. Вот тогда были выявлены первые эти самые аномальные точки, первые обследованы приборными методами и биолокацией достоверные места посадок.